Итак, дорогие мои друзья, распаковываю блендер. Сейчас будем делать молочно-фруктовый. А кто тут его уже открывал? Я смотрела. А что так неаккуратно все сложено? Ну, пипец. Сейчас будем делать коктейли, короче говоря. Будем делать на коктейли. Так, дорогие мои, будем вот в этом измельчать. В этом будем? Да. Пробовать. Я так хочу испытать наш блендер. У нас есть малинка. Ой, господи. И у нас есть клубничка. Сейчас мы ее помоем и приготовимся. Так, дорогие друзья, положили клубнику, положили мороженое. Сейчас все это взобьем, потом добавим еще молоко. Честно, страшно. Очень страшно. Я таким еще агрегатом ни разу не пользовалась, не знаю. Так, лампу пока отключим. Я извиняюсь, но вам придется вот так вот посмотреть. Да? А как включать? Ваня так смотрит у нас. Интересно, Ваня, да? Так, смотрите, что у нас получается. Вот такая вот масса. И... Давай молоко сейчас сюда налей. Можешь закрыть. Наливай. Хватит пока. Я сейчас не знаю, как оно будет вообще. Там идет. Обычно это делать из другой и не давай ванильный сахар. Ванильный сахар здесь лежал. Куда его дели? Ну, куда дели ванильный это сахар? Папа дел. Ух, мы этому папе. Ну что он пустой? Вообще пустой. И там еще раз остается сбоку. И вон в то надо, и вот той штукой. Так мы вообще не поймем. Сейчас попробуем сначала это испытаем. Короче говоря, доча сказала перелить вот в эту емкость и в нем делать вон тем блендером. Ладно, делаем, как дочь хочет. Так. Эту снимаешь? Ой, она, наверное, сейчас вкусная. Ваньке дай. Тут ножик что совсем сдрёл. Мне опалять. Сейчас сделаем и будешь помочь. Сейчас подожди, сделаем. Надо это. Дай ложечку. Сливки. А сахар сюда еще добавим. Сливки добавить надо. Вообще ничего не сделаешь. Агрегат. И как тут что распечатывается? Можно снять. Так, понял? Ну что ты не понимаешь?
Да, Ваня, скажи, вообще, да, ничего не понимает? И сейчас дадим мы первый. Вот такой вот у нас получился. Пробуем. Ты мне. Давай попробуй сначала. Сейчас тебе нальем, сыночка. Че, как? Ванюшеньке отдаю. Ванечка, попробуй и скажи, вкусно или нет? А то мама не знает, как. Так ты попробуй сначала, да, говорит? Вкусно? На, Егора, пробуй и скажи, вкусно или нет. Можно я у тебя попробую? Вкусно? Егор, как тебе? Вкусно. Катя, где твоя кружка? На Машину еще кружку. Где у них кружка? Как фотит? Сейчас мы им сделаем. Как вам? Вкусно. Вкусно? Да. Еще делаем сейчас из малины. Я такой хочу. Такой хочу. Да, конечно, такой ты хочешь. Дави сюда. Я можно хочу. Катя, скажи, пожалуйста, как тебе на вкус? М? Вкусно. Вкусно? Дети, короче говоря, все довольны. Холодное и замороженное, конечно, оно. То, что, видите, мороженое добавили, холодное. Летом будет. А сейчас не лето? Летом, говорит, будет нормально, а сейчас как будто не лето. И давай опять колбаску. Так, добавили сюда молоко, мороженое, малина. Сейчас добавим ванилин и сахара немножко, потому что не сладко получается. Напишите, как вы обязательно делаете коктейли. И все перемолим. Это уже дадим остальным, кому с клубникой не хватило. Вкусно. Очень вкусно, конечно, сына. Вкусно. И много. Много? Пей давай, пей. Ладно, делаем дальше. Да, можно. Мы сделали малиновый коктейль. Сейчас даем Марине. Ты мне? Оксане. Ты мне. Маше. Убери в морозилку. Давай, Егор, налью.
все понятно. Короче, коктейли. Тебе понравилось делать? Угу. Мощный агрегат. Я могу рекомендовать. Ну вот, на ловить скидку. Сразу говорю, мы поймали за 1100. И очень рада. Спасибо большое моей подписчице. Ладно, все. У нас вечер. Пошла я, ребята, спать. Всем всего самого хорошего. Всем говорим пока-пока, Света. Угу. Так, все, перемыла эти тарелки почти все. Сейчас просуну насухо, высушу полотенчиком. Сейчас еще одну емкость. Тут у Маши ягодки остались. Остаточки уже все. Детям понравилось. Дети довольные остались. Вы извините, просто я вот так повернулась, чтобы видно было. Маш, тебе как? Скажи, понравилось? Вкусно же было? Да. Очень вкусно. Завтра будем еще делать. Только они хотят свои индивидуальные коктейли придумать и сделать. А все, Мариночка? У нас просто фрукты закончились. А без фруктов не то. Вытираю насухо полотенцем, чтобы не испортить. Это не надо, если это испорченное, я вон отдам животному. Вот это испорченное тоже? Да. Плохие ягодки нельзя, потому что кушать. Все, насухо все вытираю и убираю все. Мне блендер, ребята, очень понравился. Я довольна, я счастливая. Я вот еще попробую измельчить чеснок или что-нибудь такое. Поэтому вот так вот. Ладно, сейчас все это уберу. И буду ребятишек спать ложить. Всем всего хорошего.